Я читаю из Ветхого Завета, книга Судей Израилевых, главу первую. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог». И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле, и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне, имя же Хеврону было прежде Кириав-Арбы, и поразили Шешая, Ахимана и Фалмая. Оттуда он пошел против жителей Давира, имя Давиру было прежде Кириав-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева, Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказал ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофоры, кинеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. И Иисус взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда 3 сынов Енаковых. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифа Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хиттеев и построил город, и нарек ему имя Луз,
Это имя его до сего дня. И Манассий не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, Ахзивы, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалоне и Шаалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее.